Народ, привет. Даже не представляете, где я сейчас нахожусь. В магазине Skechers. Я как-то упоминала, что мои любимые кроссовки — это Skechers, а мне больше всего подходят. А вот теперь мы попали в Абу-Даби. Это все находимся мы еще все еще в трейд-центре. Смотрите, это все, этот этаж принадлежит только Skechers'ам. Только Skechers'ам. Здесь не только кроссовки и одежды. Впервые на минуточку я вижу, что Skechers'ы делают вот такую обувь. Для меня это был сюрприз. Посмотрите, какая обувочка. Просто класс. Так, цена здесь 585. Недешево, но скажем так. Наташе очень понравился один вариант обуви. Такие слиперсы прикольные. Сейчас их покажем, она уже их меряет. И здесь дешевле, чем в Центрпоинте. Этот вот женский вариант, как сказал нам продавец, приятный мальчик из Кении, 375. Он говорит, я бы такие с удовольствием себе делал. Я говорю, ну логично, они выглядят как унисекс. Он говорит, ну размеры только до 40-го. Вообще, конечно, классно сделано. Теперь посмотрите еще сюрприз. Ботинки от Skechers. Ботинки от Skechers. Вообще такое могли себе представить? Я вот нет. А хотя всегда вот у меня вот Skechers — это любимая фирма. 325. Ну, логично, в принципе, логично. Где-то около $100. Это даже, наверное, недорого. $100 хороший комплект обуви. А тут цена непонятно, бесценно. Хорошо, вот симпатичные ботиночки. Ох, 455. Вот, серенькие такие. 325. Но $100 за хорошую обувь нормально, друзья мои. Сейчас покажу вам, кстати, которые бесшнуровочные ботиночки. Посмотрите, сколько. У меня есть, только не Skechers, у меня Капа, а Skechers у Наташи. Она носит, и ей очень нравится. Ну, давайте просто вот... Ладно, первый попавшийся, вот такой черный. Сколько? 295. Ну, Skechers так и стоит, в принципе. Это мне удалось, мои красавчики, купить. Вот они. По 137, по-моему, видео есть. Оставлю в описании, где я купила. Последние размеры обычно бывают на распродаже. Вот такие 325 симпатюльки. Ну, классные Skechers, очень удобные. Очень удобная подошва. Очень удобные сами кроссовки. И носятся очень долго. Так, это сколько? 330. А вот такой черный, похожий, как у меня есть, тоже 330. Ну, давайте сейчас еще посмотрим немножко и вернемся к Наташе. Что же она там сама меряет с мальчиком? Этот бесценный. Не вижу. 235. Симпатичный, серенький, со змейкой. И вот такой вот тоже. Почему-то цены не видно. Видно 235. Ну, 235 вообще нормально так. Ну, и вот такие вот есть. Кстати, у мальчика я спросила разрешение, он сказал, снимай, конечно, 295, и серенькие вот такие, ну, чтобы просто имели понятие о цене, 295. Ну, а теперь посмотрите, вообще красота какая. Внизу, кстати, есть и другие фирмы, но я именно вот на Skechers'ах просто застряла, потому что мы эту фирму обожаем, и повторюсь, что Наташа ищет эти всякие, не всякие. Наташа ищет свои слиперсы, она их нашла, уже сейчас покажем. Там просто цвет обалденный. Вот, сидят красавчики. Вот, а ну покажи нам эту обувь, Наташ, покажи. Смотрите, какой цвет обалденный. 275 стоит, и да? Это кожа. Это кожа. Класс. А в Карифоре 300 с чем-то было, не помнишь, сколько было? Под $100. Под $100, эти 270. Сейчас я посмотрю, просто вам покажу вам из какой коллекции. Вот, из этой коллекции, но мы не знали, что это кожа. И вот мне вот такой понравился, но у меня есть мои. Я хожу в Джорданах, и он стоил, тут тоже 275, а вот он стоил дешевле в Карифоре. Ну, вот такие варианты есть. Носочки, конечно, всякие разноцветные, но... Так что вот Наташа их искала и нашла. Ну что, смотри, вообще? Смотри, это 24-й, это 37-й, да? По-нашему. Подожди, 37-й. А что, что тебя смущает? Нет, ну, размер. Я хочу встать и идти. А, ну так встань и иди. А парня зовут Фарес. О, nice to meet you, Фарес. А смотри, что он мне объяснил. Это вот, видишь? Это если ты покупаешь вот из этой коллекции, Боб, это идет на детей какой-то процент и на животных, на собак, котов, ну, то есть которые... То есть если купить что-то из коллекции, да, да. Вот Боб,
Вот такие прикольные кофточки. Ага, Bob Skechers. Ой, класс, смотрите. Часть денег пойдет на детей и животных. Ну, вообще прикольно. Класс. 235, цены нормальные, но тяжеловаты. Вообще, Skechers я люблю за их легкость. Мяу-мяу написано. Мяу-мяу. 235. Прикольный Том Феликс, что ли? Кот Феликс. 100-185. Вообще прилично для скетчерсов. Вот такой мне еще нравится. 175. Эти два варианта полегче. Мне нравится. Ну, классно. Вообще интересно. Кстати, приятно. Сразу говорит, вы из Украины. Я говорю, как ты узнал? У Наташи фенечка есть. Сейчас свою покажу. Вот моя фенечка. И у меня сережка. Тоже. Да. Давай, Наташа. Не, ну ты плохо, ну что ты так? Давай нормально, ну давай. Сейчас Наташа убьется. Вот такой, ну вы видите вообще магазин, да, видите? Я еще пройдусь, вам покажу еще. Это просто класс. Что? Конечно, уделю, я тебя снимаю, давай. Я уже рассказала, как ты хотела, как мы искали, как в Карифоре оказалось дороже. Ну, конечно, вот видишь, это звуковое сопровождение. А мне кажется, а у тебя пятка тут не сильно плотно. Пятка? Ну, она просто как раз вот четко вписывается. Не, наоборот. А мне нравится, когда у меня пятка еще есть, на пятке еще целый размер обуви. Нет, это обуви. Будет еще размер, это и будет еще да? размер. Ну, тебе нормально? А ну, может, сейчас. Ты походишь в двух размерах? Может, Наташа еще так... Больше, еще больше. Да. Нет, ты попробуй один размер еще и второй. Может быть 39. А, 39. А у тебя какой, на самом деле, там? А у меня 37, в принципе. Же Наташа так мечтала 37, про эти 37. Скетчерсы, я просто... Я не шучу, мы просто еще в Ляне о них думали и говорим, давай в Абу-Даби посмотрим. В Абу-Даби должны быть распродажи, они должны быть дешевле. Вот они уже дешевле. Они на 75 дирхам уже дешевле. Смотри, звуковое сопровождение ты показываешь. У меня есть скетчерсы. У меня есть скетчерсы. А меня Стив Блайзер заинтересовал. Вообще я люблю бейсболки. Бейсболка сколько такая стоит? Ну, 45 дирхам, в принципе, это фигня. Мне нравится такая бейсболочка. Skechers Basketball это 75. Так, а рюкзачок почем такой? Прошу прощения. Сейчас все открою и покажу. 135. Очень легкий. Ну, скажу так, конечно, отделение маловато, я предпочитаю, чтобы для бутылочки было. А вот такой нравится, маленький такой, комфортный, Лос-Анджелес, Калифорния, Skechers. Блин, прикольный, малятка такая, 130, классный. Такой нравится. Ну, Блайзер тоже хотелось померить бы. Сейчас померю, наверное. Знаете, детский размер, прикольно, но еле налез. Я сейчас очень коротко пострижена. Когда у меня будет копна волос, он, конечно, будет для меня маловат. Но вот прикольный такой, надо его взрослым поискать. Хотя у меня блазеров так дофига, в принципе. Ну, можно же себя побаловать. Как тебе блазер, смотри? Новый такой. Старенький Овари Смарт. Говорит, я слышу, что тебе. Ольга. Ольга. Nice to meet you, Фарес. Да, детский размер. А, детский. Прикольный. This size is fine for you? Yeah, it's small. Yeah, it's kids. Small, it's kids. Смотри, он не меняется yeah. просто. Вот видно, да? Сейчас приду. Нельзя его поменять, но цвет балдежный. Такой цвет классный. Ну ладно, хватит покупок. Сейчас повешу все назад. 45 дирхам, в принципе, классный подарок для ребенка. Классный. Блазер этот хороший. Нет, то маленький. То маленький. То есть, а ну покажи еще. А, ну это да, чуть-чуть у тебя там стопа видно. Потому что я люблю, что у меня аж стопа хлепала на 1 сантиметр. Интересно, а гарантия есть? Народ, напишите в комментах. Ну классные шлепки, Наташка про них думала. Гарантии нету, то есть если Наташа порвет их, это будет не очень хорошо. Ну вот носочки Skechers почем 50, но это дорого.
Бренд Фолес, если онлайн заказывать, по 19 дирхам можно разные цвета. Но опять-таки это надо искать, надо, чтобы повезло. А вот такие кроссовки, кстати, мне вот тоже нравятся. 260. Очень-очень симпатичные. Зачем-то я приблизила, вот отдалю. Хорошие. Вот эти 295. Симпатичные. Тоже. А вот эти 285. И розовые 275. Красивая коллекция. Красивая. Ну вот такие еще по 285 необычные. Ой, народ, ну будете в Эмиратах, конечно, если есть такая денежка, приобрести себе хорошую обувь. Это необходимо, это классно. Так что... О, Наташа уже продавцы обступили, обсуждают. So sometimes what we'll do is we'll have our shoes in our bag and then before coming we have this one. It's very comfortable. Ну что, если нравится, будешь брать. This is Hyperburst recovery. Because Hyperburst for performance is already hard. And you need to do actual performance for it to get softer. В общем, Far this one is recovery, so it's for ladies soft. And I also like the Goodyear. Мы все здесь. Слушай, а там еще есть предложение? А предложение? Идем посмотрим. YouTube? Yeah, it's fine. Oh, it's fine. No problem. We know we encourage people to take video. Yes, no, it's great. Thank you. А смотри, вот там Дилки. Смотри, я уже не обманываю. Я говорю для YouTube канала, потому что он разрешил мне снимать. Ну давай посмотрим, потому что я же говорю, что я уже сказала, там по 55 носки дорогие, а здесь почем? Здесь how much? This is I think 35 or 40. For little? No, yes. No. Don't look at sock size, shoe size. This is in US. Size 5 to 9.5. You your size 7, size 8. It will fit you. 9.5 it will fit her, because I know 9.5. Yes. Yes. Так почем носочки? No, 9.5 is 39.5. 41 is like me. А, ну по размерам он говорит. А this how much? This one 35. 35. 35 for 5. Ну 10 долларов сколько? 2, 3, 4, по 5. Это ну на 5 нормально. Ну, бренд-плей за 19 были 3 пары. Ну, если тебе нравится, то, конечно, можно носки сразу взять. Ахи, which price there? А это детские, нет? Kids. No? Kids, 35. 35. And men's is, I think, 40. 40. Ну, 40. Потому что very nice. Хороший состав. Хлопок, коттон, полиэстер, это состав хороший. Ну, носки это важно. Я, например, носки могу носить ну, несколько лет, знаете ли. И ну, вот здесь, что я покупала, носки это качество. Так что, ну, за 35, 10 долларов, 5 носков, по 2 доллара носок. Пара носков по 2 доллара, это нормально вообще. Ну, думаю, Наташа возьмет сейчас и носки, и тапочки. Ну, реально, мы их видели, мы про них думали, но совпадение. Сейчас еще по коротенькому пробегусь. Это все еще, да, все еще вы понимаете, все еще скетчеры. 65, ну, не такой красивый цвет уже, как у детей был. Ну, правильно, все лучше и детям, в принципе. Ну, вот такой там похожий был здесь. Да, по 45 блайзер. Но этот уже с этим. А этот без регулировочки, это с регулировочкой. А знаете, что еще удивительно в Абу-Даби и в Дубае? Я спокойно положила свои деньги, документы, вещи, и я не парюсь. Кто их не возьмет? Ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. 315. Ну, симпатичная кенгурушка, но, скажем так, вещи через год можно будет найти в стоке дешевле. И в Brand for Less тоже есть скетчерс. Ну, мы видели... А, так, здесь 70. А симпотная на подарок, смотрите, скетчерс. Кто в баскетбол играет? Ну, это вообще просто ты зашел и умер от счастья. Потому что это скетчерс 345. Ну... 100 долларов хорошая обувь даже достоит. Повторюсь таки, это мне повезло так купить. Я последнюю пару уже брала на Эльгу Бэйби в супермагазине 335. Я просто вот беру, что мне нравится, смотрю. Вот такой черно-белый, тоже такой интересный. 285. Хорошие же кроссовки. Смотрите, такой пружинка какая. 285. То есть вы понимаете, что дальше еще магазин идет. Ой, вот эти классные. Ой-ой-ой. Какие же они хорошие. Интересные, здоровые, правда.
485. Наташа с Фаресом разговаривает. Ну, просто, это просто что-то. Вот еще, еще, еще. Суперскакалка за 100 дирхам, но это дороговато будет. Ролл кататься. Ну и снова скетчерсы. Это просто что-то невиданное. Привет! И вот еще скетчерсы, и скетчерсы, и скетчерсы. Вот какие-то тапочки, тоже, наверное, кожные, 275. Такая же цена, как и Наташа хочет. И вот симпатичные, 335. И вот еще прям полка вся скетчерсов. Ёлки-палки. Кепки симпатичные, ну за 80, не знаю, нет. Ну, я думаю, я себе ничего брать не буду. Как бы, а вот уже склады идут. Ой, симпатичные. Ай, жовто-блакитные. Моя ты радость. Народ, ну я надеюсь, видео скучным не было. Классно, в принципе, что показали вам магазин скетчерсов. Действительно, это хорошая обувь. Сейчас посмотрим, что возьмет Наташа. Ну, а вы можете написать нам коммент, вот что бы вы взяли, какие кроссовки. Вы же видели, сколько я показала. Взяли ли такую обувь casual или носки? Какой же классный магазин. Ну, это вообще просто сказка. Перевожу вам еще модель Monster. Монстр 335, класс. Что это такое уже? Это пенал, мне так нравится этот цвет. Ну, просто этот цвет. 65. Ну, я тут мне нравился такой вот детский, но за 45. Но я вот эти хочу, тоже 35, но такого цвета. Ну, вообще отличный выбор. Сколько тут? 5? Да. А ну, покажи, какие есть. Светлый, ну, светлые, синий. Синий, две пары синих и две пары светлых. Ну, классно. Да, я вот эти, не розовые вот эти. Да. Ну, да, отлично, файл. Все, здорово. Ну что, идем тогда, да. Посмотрим, где наши вещи еще. Мы же оставили все вещи и документы. Ну, правильно, здесь везде видеокамеры. В принципе, я не думаю, что люди здесь хотят быть депортированы или сесть в тюрьму. Здесь это все очень быстро находится. Очень близко выкупается. И вообще в Иляне я просто бросаю рюкзак с документами, гуляю себе по молу. Ну, сейчас, правда, стала осторожней. Говорили люди, что появились какие-то случаи, что могут взять твои деньги, документы. Ну, зачем? Это вычислить через пару минут и просто человека депортируют. Так что, думаю, Наташа сейчас возьмет классные вещи и будет довольна. Ну, это приятно. Кстати, вот сумочки почем? Ну, такая сумка. Очень легкая, кстати. Легкая сумочка. Не вижу почем. Сумочка. Блин, ай-ё. Упала сумочка. Фарес, is this how much? This one, I will look for the same bag. Same, yes? Yeah. Хочу узнать вам цену, сказать. 165. 165. And this is for the gym, so there's also... For gym, yes, for training. Я тоже так смотрела, что очень... You can put your shoes. Or you can put your... Oh, what is it? What's the stone? Sorry, what's the stone? Я заметила камешек. This is a bloodstone. I have it also on my necklace. Sure. Наташа, что за камень такой? Не знаю. She loves stones a lot. You know Laverne? There's a store in WTC that has all these stones. Mm-hmm. Okay, you can either have them make you one, mm-hmm. or you can buy one ready. This one, говорит, I picked the stone, можно купить, and then the person handmade для тебя. No, yes. So I have mine, handmade. This one. Oh, turquoise. No, yeah. Наташа, ну покажи, что у тебя. No, this is real yes, stone. Yes, understand. This is real stone. А у него настоящий камень. Very expensive stone. No, yes. Да, мы купили. На самом деле, мы на Альсифе купили, были уставшие, даже видео бы это не делали. Mm-hmm. В общем, у ребят разговор уже пошел про камни. Я сразу заметила, ну камень реально был красивый. I'm not 100% sure. For turquoise. Все еще про камни. Yes, yes. Фарес тоже очень любит камни, и они разговаривают про камни постоянно. Yes. You know, in Tanzania many beautiful stones. Even Kenya. Yes, in Kenya. Yes. Да, Фарес из Кении. They make the Shambhala bracelets. Yes. Yeah, I love those. Вот
мы дошли уже до первого этажа. Смотрите, какой здесь просто зал славы. А теперь посмотрите, зал славы не только скетчерсам, а многим спортивным кроссовкам. На этом этаже вот Пуму я видела. И хочу вам показать вообще приколы. Просто смотрите цепочки. Знаете, как баскетболисты одевают такие, воу, бразер играют. 310, 350. Вот такие с кулонами почем. 530. В общем, это прикольно и смешно. Это просто такой, блин, я не знаю, даже теперь буду знать, откуда баскетболисты, которые играют во всех фильмах, берут эти цепи. 575, 395, а вот браслетик 395, а вот такой вот 440. Вообще, это прикольно, народ, просто. Помогите! Конечно. О, 4. 5. 10. Ой, ой. Устала? Я тоже хочу попробовать. Ничего страшного. Бросай оттуда, если ты бросаешь, нам надо бросать в белую дырочку. И в прыжке положить данк. Красавцы! Вот он чемпион, вот он наш чемпион. Вот, кстати, название магазина Sneaker District. В общем, район сникерсов. Ой, какой кулечек красивый дает Фарис Наташа. Точнее, сумка целая. В общем, мы довольны. Thank you, guys, thank you. Наташа довольна, да? В общем, ставьте лайк, подписывайтесь. В общем, классные сувениры, классные магазины. Вон Джордан, вообще площадка, где можно побросать баскетбольный мяч. В общем, все круто, все круто. Ставьте лайки и будьте с нами. Да, ребята. Все, ребятам лайк.